Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчики и гости моего канала. Вот, огурцы уже скоро подойдут к верхней точке. У меня теплица высокая, 2,50. В этой точке, наверное, 2,30 будет. Вот, огурцы у нас росли-росли и перестали расти. Из-за того, что идет дождь и по ночам не так тепло. То есть они любят огурцы расти по ночам. Вот, то есть огурцы я сорвал, а больше я сегодня посмотрел, и больше огурцов нет. Один, правда, сорвал их поесть, и все. Вот, пасынки я обрываю. Я уже показывал, что пасынки обрываю. Вот, вместо пасынков нарастает еще дополнительно 2-3 огурчика в каждом пасынке. Вот, ну можно, конечно, пасынки острывать, но здесь все зарастет этими пасынками, блин. Здесь будет густота. Видите, здесь я пропустил несколько пасынков. Уже разрослось бы. Лучше, конечно, в один ствол пускать. Вот видите, вот пасынок. Вот он, пошел уже. Вот он. И он уже, видите, какой большой. То есть он будет затенять это все это дело хозяйство. На пасынках я тоже отрываю пасынки. То есть, ну, чтобы у них тоже ничего не росло. Вот. Так, вот. Листья, видите, такие не очень темные. Это не хватает азота, видите, вот. Надо подкармливать азотным чем-то. Или настоять какую-то траву зеленую в бочке, вот. То есть лист должен такой быть темный, вот такой темный, как внизу. А здесь свет, вот здесь, видите, он такой, как бы, светловатый и темноватый. Это говорит о том, что не хватает ему для роста азота. То есть сам стебель растет, азота не хватает. Не хватает еще кальция. То есть надо поливать кальциевой селитрой. То есть кальций и азот нужен для огурца. Чтобы лист потемнел, стал зеленый. Не такой, видите, какой-то он пестрый какой-то получается. Вот. Поэтому и огурцы-то плохо растут. Вот. Ну и как бы по ночам здесь не очень-то тепло бывает. Где-то градусов 12, по-моему, если днем где-то градусов 16 бывает, а ночью где-то снижается до 10 градусов. Поэтому огурцов уже ни хрена нету. Вот здесь один висит, вот. Вот он, один огурец висит, а больше нету нифига, ребят. А вот еще один. Вот еще один наш. Вот он, еще один огурец. Больше нету огурцов. То есть внизу я уже все поел. Вот эти вот огурец плохо. Что-то тоже растет из-за того, что ночью бывает прохладно. Не очень тепло. И вот еще огурец торчит. Вот он. Видите, какой замухрышка. Не растут они, потому что и влаги хватает. Воды я лью. Периодически поливаю. Единственное, что я вчера ничего не поливал. Вот, усы можно отрывать. Вот эти вот тоже. Они, в принципе, не нужны. Вот они тоже забирают всю энергию роста для огурца. Вот видите, лишние усы можно обрывать. Если вот они вот висят, видите, эти усы, их надо просто отрывать, и все. Они здесь не нужны. Вот он, видите, тоже ус. Ему цепляться надо. Он даже может зацепиться за собственный ствол или чужой ствол. Можете зацепиться. С вами канал «Все для огорода». Вот такие огурчики. Вот, я уже съел штук, наверное, 30 огурцов за неделю. Вот, и 3 огурца еще там дал попробовать соседям. У них еще нет огурцов в открытой грядке. Вот, они там пленкой, не знаю, накрывают, нет ли. Я им сказал, пленкой накройте, не знаю, накрыли они, нет ли. У них так они открыто, поэтому и нету. Вот, такие огурчики. Короче, вот огурец, видите, маленький такой. То есть здесь тоже вот растет, вот огурцы, такие малюсенькие, вот. А так бы они выросли быстро. Они растут, огурцы растут, честно говоря, они растут быстро. 2-3 дня они уже большие. А когда холодно по вечерам, то есть сегодня уже температура опустилась из-за того, что 3 дня уже льют дожди, а солнца нету, а в теплице не так тепло. Ну, тепло. Единственное, что здесь не так влажно, как на улице. Там уже все
Там трава-то начала расти. Вот этот ус, скажем, вот видите, он зацепился. Его надо зацепить вот сюда вот за веревочку, за эту, вот так вот. Потому что это пасынок. На него я... Вот, правда, еще здесь лезет один. Здесь надо заплетать вот так вот. Заплетать. Ус можно тоже зацепить. Вот это тоже можно зацепить. То есть усы можно зацеплять, они будут держаться за эти веревочки. Вот он даже, видите, зацепился за сам за лист. Вот это можно оторвать. Это самое, вот этот, видите, некуда его идти. Ус отрываем. Здесь вот, вот она тоже. Я здесь запускал сюда его. А он что-то не хочет сюда и завязываться. И вот можно усом вот так зацепить, усом за веревочку. И пускай он как бы, ну ладно, не хочет цепляться, а оторвем этот ус. Вот, а здесь, видите, они вцепились в два места. Вот, вот. Но здесь я подвяжу, тоже надо завтра веревку подвязать. Но здесь у меня есть проволока. Вот, короче, надо кальциевые селитры купить и полить их. Вот, или аммиачные селитры. Вот не хватает азота явно, поэтому огурцы как-то у них идет медленное замедление роста этих плодов самих огурчиков. Вот как только подкормите азотным удобрением или зеленым удобрением, то лист начинает темнеть, станет вот такой темный, вот такой, видите, он темный лист, а сверху вот такой такими пятнами, что это говорит о том, что не хватает азота для огурцов. То есть он из земли все уже забрал, огурцам дал, которые собрал плодам и съел, а больше в земле нету. Вот, а я поливаю водой обычной, простой, теплой. Но сегодня вода не нагрелась, ну и так прохладный полил. Вот от прохладной воды огурцы, у них прекращается рост. То есть огурцы надо поливать обязательно теплой водой. Но у нас 3 дня нету солнца, у меня вода не нагревается на крыше. Вон там еще пасынок один пошел. Вот надо тоже подвязать его туда. Потому что на заднем плане у меня там 3 помидорина растут. Блин, там еще наросли эти. Вон подсвекольник растет. Надо тоже как-то руку протянуть, дернуть его. Вот не надо было мне помидор там сажать. 3 помидорки посадил. Надо бы просто пустить эту грядку на огурцы. В 2 ряда посадил бы огурцы бы. А здесь они посажены в 1 ряд у меня. Вот, спасибо за просмотр. Здесь уже батарейка, говорит, сейчас сядет. Вот, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Снимаю экшн-камеры Digma 200.